Уважаемые горожане, мы проводили 2019 год. Это был год 70-летия испытаний первой отечественной атомной бомбы. Мы с удовлетворением отмечаем, что наше градообразующее предприятие уверенно смотрит в будущее. Это был год 70-летия парка имени Зернова, любимого места отдыха наших горожан. Это был ряд юбилейных дат для нашей системы образования. Мы все гордимся нашей системой образования. Мы вступили в новый 2020 год, год 75-летия Великой Победы. Мы будем поздравлять наших участников Великой Отечественной войны, мы будем поздравлять тружеников тыла и всех тех, кто работает на укрепление обороноспособности нашей страны. 75 лет государственной корпорации «Росатом» будем также отмечать в 2020 году. Я желаю всем здоровья, желаю всем успехов, желаю всем новых ярких открытий и впечатлений, семейного благополучия и всем добра.